Ребят, всем привет! Всем привет! Привет! Всем привет! Аля! Сегодня у нас влог, сегодня 1 декабря, и мы начинаем открывать календарики. Каролина с Максом уже начали, они начали 29 числа, не удержались, поэтому два окошечка у них уже открыто. Да, давай, открывай. Каролина, где номер 3? Вот номер 3. А, здесь что-то такое маленькое будет. Нет, ты должна третий по очереди открывать. Вот этот открывай. И Макс тоже... Ой, у Макса большой. У Макса игрушки там. У Каролины конфетки, потому что уже она открыла один календарь. Где санки, на которых катается? Ты вчера открыл санки, у тебя санки были. Вот тут на санках должны скатываться твои собачки. Ой, у Каролины здесь что-то. Подожди. Что? Ой, давай вот так перевернем. А, это вот такие вот конфетки. Ты дашь одну Максу? Одну дашь? Молодец, спасибо. Смотри, вот тебе дает. Видишь, Каролина? А это потом открывается, пока не открыли яйцо. Тут было одно яйцо, здесь, смотрите, 11 яиц вот таких вот. Да, ну потом, когда откроем, Каролина тебе даст. Оно где-то там прячется, мы же по порядочку открываем, да. 7, 16 и 20. Все большие окошечки, вот большое окошко, вот большое. Здесь яйца большие. 24-й тоже. Последний тоже день, киндер. Да. У девочек календарь с Марио. В общем, он очень, да, вот у Макса вот такой вот щенячий патруль, да. У Каролины киндер-сюрприз. В общем, да, не очень интересные были календари. У нас вот для девочек постарше, да, как Маргарита и Ксюша. И я выбрала им Марио, потому что Милка. Не было выбора. Милка. А, у вас Милка, да, точно. Вот у нас игрушки. Да, вот здесь вот тоже игрушки. Всякие игрушечки, брелочки должны попасться. Это вот я не знаю, что это такое. Это магнит. Магнитик? Не, ластик. Брелочек, ну или ластик, или магнит, не знаю. Наклейки, да, по-моему, брелочек. И конфетки. Давай посмотрим, что попадется вам. Ну-ка, однёрочка. Конфетки одинаковые? Да, одинаковые. Попадаться банан. А завтра мы откроем номер 2. Вот, большой. Я знаю, что там будет. Это какой? Это номер 2? Да. Там что-то есть. Я думаю, что это так. Первое число это конфетка, второе игрушка, это игрушечка, третье опять конфетка, ну там четвертое игрушка, ну там не 12. Вот третье, что-то большое. Тут тоже что-то, тут наверное вот это вот. На, красиво. Да, вот это. Приходили к нам с пылесосом и это, в общем, купили мы новый пылесос хороший, который чистит. Да, который чистит воздух. Ну, в общем, это и пылесос, и воздух чистит он. В общем, так что потратили очень много времени, пока нам все показывали, все объясняли. Он пришел в 11 часов. В 11 часов он пришел и ушел в 3 часа. Это вообще это что-то. Ну, и теперь у нас, вон стоит машина и чистит воздух. И здесь еще одна стоит. Это маленькое, но это в подарок шло. Это шло в подарок, а уже вот тот пылесос уже нужно было покупать. Ну, в общем, мы уже давно собирались покупать такой пылесос, который чистит очень хорошо и мебели, и матрасы, и ковры, и, в общем, очень мощный. И чистит он только с водой. Да, водой. Никакого там не фильтра, то у нас постоянно, мы чуть ли не каждый год покупаем пылесосы, потому что фильтры забиваются, и новый фильтр сам стоит, как новый пылесос, поэтому. Маргарита у нас на улице, а ты что на улицу не пошла? Хочу. Не хочешь? Ти, ты чего? Ничего страшного нет. Это пылесос. Это пылесос. В общем, я сейчас буду готовить кушать. Мы не обедали даже еще. Мы еще даже не пообедали, да? Время пролетело. Чего тебе надо? Скажи ложка. Ложка. Лёська. Иди возьми ложку и кушай йогурт. Смотрите, у нас во дворе даже елочка уже с фонариками. Заходи. Ложка и
Ага. Заходи давай. Давай. Маргарита там на улице во дворе. С кошкой играют. Нашли какую-то кошку. Вы там даже две их, что ли? Так что вот так вот у нас уже украшено, все готовы к празднику. Так. Ладно, вы кушайте, пойду дальше чистить. Ночью спать не будет. Почему не буду я ее будить? Пускай отдохнет. Открыла тебе открыть? Молодец. Ты что так долго? Кошка ходила. И что она тебе не пускала? Знаешь, я села так, потом она приходит и садится на меня. У нее ошейник есть? Нет. Ну, это чья-то кошка все равно, потому что здесь просто так кошки не гуляют. Я знаю. Здесь нет бездомных кошек. Я она, видимо, могу... откуда-то... Ольба мне сказала, что она придется мне помочь. Ольба! Ich hab's geschafft, aber danke! Tschüss, bis morgen! Все, отцепилась кошечка. Но она чья-то, ее нельзя к себе брать. Потому что здесь у нас бездомные кошки не бегают. Она опять пришла. Угу. Мы пошли в танцы. Она за нами шла. Но потом мы пошли обратно. И потом быстро побежали, она осталась. Ну, ей понравилось с вами играть. Мы пришли. Она опять пришла. В смысле, я сомневаюсь, что у него нету дома, потому что здесь бродячих кошек нет вообще. Ни собак, ни кошек. Так что не переживай. Он сейчас пойдет домой. И я все. Его хотела домой взять. Ты можешь, то нельзя, зайка. Мы же не знаем, чей он. Он может быть чей-то. Я не могу взять так. Тем более он уличный, на улицу ходит. Ребята, смотрите, какая вода. Это все с матраса. Вся пыль. И на этом я сплю. Да, и на этом ты спала. Вот этой пылью ты дышала. Поэтому у тебя постоянно закладывает нос. У тебя кашель. У Ксюши тоже постоянно нос заложен. Это все из-за пыли. Ксюша, я тебе купила попкорн. С шоколадом. Шоколадно. Сегодня у нас суббота. И мы будем смотреть какой-нибудь фильм. Ночью. А завтра мне в кино. А во сколько ты идешь завтра на день рождения? Мне один уже у нее надо идти. В час? В час. Ну и можно пораньше. 13:00? А кто вас повезет? Ее папа. На автобусе? У них нет. У них машина 9 мест. А сколько человек будет? Девочек сколько будет? Все девочки 7. А, ну понятно. 7 девочек. И ее сестра, и ее папа. И вас потом привезут обратно? Угу. Понятно. Мы потом посмотрим фильм, приедем обратно. Она там откроет. Там. Подарки? Подарки. Ты подготовила подарки? Торт. Нет, только письмо. Ну хорошо. Тогда сегодня будешь подготавливать. Ладно. Мне нужно как-то Ксюшку. Ксюшка спит. Я хотела пропылесосить у нее тоже, чтобы она сегодня уже с чистенькой, свежей кроватки спала. Так что это сейчас я буду выливать и наливать чистую водичку. И завтра я опять пойду на улицу и буду играть с кошкой. Да. Маргарита собирает подарочек своей подружке. Завтра все. Найдет на день рождения. Кино! Кино! К своей однокласснице. Как же долго он у тебя лежал, ты прям его каждый день вынюхивала. Как это так, не раскрыли его, особенно Каролина. Все боялась, что она его найдет и раскроет. Да, вот такой вот она подарит. Pick me pops. Я тоже хочу такую. И вот. Пахнет очень вкусно. Там две игрушки или одна? Две. Угу. Вот. И вот такая вот пеночка. Ребята спрашивали, что это за пенка. Это такая пенка для тела. Называется Билю. Да? Да. Я не знаю, продается она в России или нет, или в других странах. Я знаю, что она продается в Швейцарии. И в Германии. И в Германии, потому что делают ее в Германии, да? Да, и это, которая придумала... Да, это блогер.
Это блогер. Да, на Ютубе блогер. Есть одна девушка, она придумала эту фирму. Блин. Да, в общем, там есть пенка, там есть косметика. Я не знаю, если есть в других странах. И даже есть календари. Угу. Сейчас уже... Да, в общем, это знаменитый блогер. Блогерша, девушка. И, она... и у нее появился ребеночек. Ребеночек. Ну, в общем, девочки ее смотрят. Я не знаю, как ее зовут. Девочки ее смотрят. Наверное, кто в Германии живет, наверное, смотрят тоже ее и знают. Давай ему вот так заклеим. Нужно скотч, чтобы заклеить вот эти вот края, и чтобы не было видно. Вот тут делаешь такие косички, потом... потом чтобы делаешь... дульки были, чтобы не было распущено. Да, вот такие косичка и дулька. Понятно. Только косичка. Рога, да, в общем. Ты смотри, косичка. Я поняла все. Тебя, да. Больше дальше не запутаться. Поняла. И дульку. Ксюша Санта-Клаус. Ксюша Санта-Клаус. Какие у тебя собачки красивые. Тебе не жарко в костюме? У нас Маргарита подсадила Каролину на единорогов. Теперь Каролина у нас вся с единорогами. Вот такой вот единорог у нее есть. Она с ним спит. Он с подсветкой. Ночью светится. Да. И вот такой вот у нее костюмчик единорога. Еще один у нас два единорожка, которые с ума сходят по единорогам, да? Мами, пожалуйста, на кама. Да. А зуми конечно. Можно. Угу. Пижамку надеваем, зубки чистим и спать. Нет, тебе будет жарко, с этим не спят. Нет, жарко будет. Пижамку. Пижамку. Этим скотчем пойдет. Пойдет. Пока-пока, пока-пока. Подойдет. Выпи! Осторожно, уже все-то поздно, никакого не выпи. Ты специально так делала, чтобы у тебя ушки торчали, как у гномика? Нет, да. Неудобно. Неудобно? Нет, не слышно, чего. А ты прям на гномика похожа. На маленького гномика, который работает с Сантой. Макс, я ты на эльфика похожа, тебе еще ушки такие длинные. Мы будем смотреть потом Harry Potter 3. Harry Potter, да, сейчас папа приедет, и мы будем смотреть Harry Potter 3. Ничего не будем кушать, просто будем смотреть кино. На ночь кушать вредно. На ночь кушать вредно, так что. У тебя заяц или кошка? У меня заяц. У меня кошка. Да. Кошка и собака. Все, надевай. Кролики. Это Бакс и Люня. Это Бакс и Банни. Бакс, Банни. Раньше мы называли Луну Банни. Да, сначала хотели назвать не Луна, а Банни. Как бы Бакс и Банни. Но потом Маргарита передумала и назвала ее Луна. А Ксюшка такая ставила Бакс. Что я а было бы прикольно Бакс и Банни, да? Да. Ну теперь она уже привыкла, что мы ее... А если бы они были оба беленькие? Ой. То тогда бы я ее назвала Банни. Ей больше Луна подходит, да? Ну да. Потому что она одинка. Давайте спать. Не будет сегодня никакого кинотеатра. Потому что у нас Netflix не работает. Ну, а, он сегодня 1 декабря и... Нет, уже 2 декабря. 2 декабря, и мы, оказывается, еще не оплатили. 2 декабря уже. Угу. Не оплатили за Netflix, потому что всегда с 1 числа. Мы еще не заплатили, поэтому он не работает. Ну, в общем, в следующий раз тогда давайте спать. То уже поздно, 12 часов ночи. Угу. Да. Давайте, спокойной ночи. Ты в шапочке будешь спать? У нас Ксюшка будет в шапочке спать. Санта-Клаус. Get ready. Хоу-хоу-хоу. Давай уже. Get ready. Get ready. Как ты будешь ложиться? Так, что ли, как Ксюша укрываться? Так будет потом проще заправить. Да. И ты где ты положила мою лодку? Это просто...
Твой лавбук. Ты там что-то про любовь пишешь? Нет. Стихи? Нет. Не знаю, почему лавбук. Просто так. Да. Просто так тебе хочется. Пускай будет так. Все. Спокойной ночи. Зайчики. Мне жарко. Жарко? Ну, видишь. Все. Спокойной ночи. Ребятки, всем пока. Пока-пока. До завтра. Спокойной ночи.